Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с жителями поселка «Летний отдых» в Теруправлении Захаровское проверил ход модернизации детской площадки на улице «Зеленая». Объект входит в программу 2022 года по комплексному благоустройству дворов. Работы включают замену резинового покрытия и игровых элементов, которые на сегодняшний день уже устарели. Также во дворе обновят спортивную площадку. Андрей Иванов поручил профильным службам муниципалитета совместно с подрядчиком учесть пожелания жителей по наполнению площадки и представить итоговую концепцию. Партийный мониторинг осуществляется в рамках реализации проекта «Городская среда» и контроля исполнения программы наказов «Подмосковье. Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии.